Якутские спортсмены, которые участвуют на Олимпиаде, получат 6 миллионов рублей и пожизненные выплаты в случае победы на соревнованиях. Правительство Якутии решило поддержать своих возможных победителей и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр. Обладатели золотых медалей получат ежемесячные денежные выплаты в размере 45 тысяч рублей и денежное вознаграждение, которое составит 6 миллионов рублей. Серебряные призеры получат меньше 4 миллиона и 36 тысяч ежемесячно. Денежное вознаграждение для обладателей бронзовых медалей составит чуть больше 3 миллионов рублей и 27 тысяч в виде ежемесячных выплат. Денежные награды также получат и тренеры спортсменов.